Я вернулся. Я поговорил с Фаджетом. Его люди добыли 2 ящика руды. Он хочет, чтобы я передал тебе. Ему нужны еще люди. Черт. Что там происходит? Неужели сам Беллиар явился, чтобы стереть нас с лица земли? Что у нас есть? Мы не можем остановить даже одного орка, не говоря уже об армии.